Ну что ж, я думаю, можно начинать планомерно. Давайте еще раз, те, кто присоединился, поставьте буковку Х, что меня слышно хорошо и презентацию тоже видно. Ну, по крайней мере, первый слайд с мужчинами в красном. Ну или женщинами, с людьми. Отлично. Судя по всему, всем все видно и слышно, тогда можем точно начинать. Представлюсь, меня зовут Тимур Бадретдинов. Если вдруг кто-то меня не слышал, не видел и первый раз меня, скажем, пришел посмотреть, я отвечаю за направление инфраструктурных решений в компании «Системный софт». Соответственно, это не только тема сегодняшнего вебинара Microsoft Azure, это, соответственно, и другие on-premise и облачные сервисы. Поэтому, если у вас есть вопросы по инфраструктуре, управлению инфраструктурой, виртуализации, системы резервного копирования в облаке либо on-prem, то приходите на infrasobaka.csoft.ru. Лично я и мои коллеги обязательно вам помогут с ответами на вопросы, пробными версиями, ну и так далее и тому подобное. Сегодня тема нашего вебинара – сервис Azure Monitor, который, соответственно, является частью сервисов большого Azure и отвечает за мониторинг облачной и on-premise инфраструктуры. А на этом слайде, ну, он традиционный у нас, естественно, вы можете видеть в том, что у нас с нашей компанией все хорошо, мы растем и в деньгах, и в количестве производителей, с которыми мы сотрудничаем, и в количестве сотрудников. По сотрудникам отдельно скажу, что это 220, это уже не совсем правда. Все-таки это итоги 2020 года. Сейчас у нас уже ближе к 300 сотрудникам, поэтому, естественно, компания растет и все отлично. Идем дальше. Соответственно, как я и говорил, наша компания, ну, с одной стороны, сотрудничает с совершенно разными производителями, как локального on-premise продуктов, так и, соответственно, облачных, таких как Azure, Amazon Web Services и так далее и тому подобное. Поэтому, естественно, мы достаточно часто делаем проекты по миграции инфраструктуры, либо части инфраструктуры в облако, либо наоборот из облака на землю кто-то хочет приземлиться, либо бывает сейчас ситуация, когда хотят между облаками перенести данные. Это касается и готовых сервисов, таких как Exchange Online, и, соответственно, и каких-то более классических виртуальных машин, и там из российского ЦОДа одного переехать в другой, либо из Azure переехать в российский ЦОД, либо из российского ЦОДа, например, переехать наоборот в Azure. Мы готовы это делать, мы делаем. Понятно, что, к сожалению, не все кейсы публичные, поэтому мы не можем называть некоторых заказчиков и пальцем на них показывать, но такие есть практики. Поэтому, если у вас есть вопросы, не как купить софт, а нам бы вот помочь с миграцией, переходом и так далее, то обязательно приходите к нам, вам поможем. Идем дальше. Я этот слайд, ну, как бы долго думал, вставлять или нет в данную презентацию. По идее, сейчас у нас присутствуют в основном люди, которые понимают, что такое Azure, либо знают точно и пользуются, либо тестируют, либо много о нем слышали. Но на всякий случай напомню, что часто те люди, которые не сталкивались с Microsoft Azure, немножко путаются в том, что, грубо говоря, как его можно купить, какие лицензии есть, а как он, в принципе, лицензируется и что это такое. Надо помнить, что Microsoft Azure, как там, глобальная платформа компании Microsoft, включает в себя огромное количество сервисов. Их много, их там больше 200, насколько я помню. Причем они совершенно разные могут быть. Это может быть инфраструктурные сервисы, это могут быть сервисы, связанные с информационной безопасностью, это может быть сервис мониторинга, о котором мы сегодня будем рассказывать, естественно, служба там, хранения данных. То есть этих сервисов по направлениям может быть огромное количество. Поэтому, когда вы оформляете ту или иную подписку, пробную версию бесплатную, которую вендор дает право спокойно оформить, либо платную подписку, у вас есть выбор огромный, какой сервис подключать, какой
включать, выключать, пробовать и так далее. Про это надо помнить, поэтому часто вот этот вопрос, посчитайте нам, пожалуйста, а сколько все будет стоить точно, хотя мы не знаем, что нам нужно, но, к сожалению, не имеет решения, потому что пока вы четко не выбираете, какие сервисы использовать, в каком объеме подключать, естественно, даже приблизительных розничных цен, ну, вам ни один адекватный поставщик не даст. Естественно, есть онлайн-калькулятор Azure. А мой коллега Антон Коваленченко, который представляет компанию Mond, является экспертом в сервисах Azure. Он как раз про него тоже скажет, что он есть, он публичный. Надо учитывать, что там, конечно же, не включен НДС, но про это надо помнить. Потому что в России, как вы помните, сервисы зарубежных компаний в любом случае поставляются с НДС. Идем дальше. Немножко, может быть, опять же, странный слайд для тех, кто давно в теме, но напомню, что в связи с пандемией, которая у нас торжественно началась, напоминаю, достаточно, ну, уже 2 года, по сути, идет, возникли определенные проблемы, которые привычную схему покупки тех или иных хардверных решений, либо софтверных, ну, сломала, скажем так. Первое, это банальная вещь, которую многие из вас, наверное, столкнулись. Я не знаю, может быть, из вас кто-то там напишет, что да, вот у нас была такая ситуация. Железо, вы как бы, у вас есть деньги, вы заложили его там еще, может быть, в 2020 году, но потом просто технически не может до вас это железо доехать, потому что есть проблема у поставщиков по всей цепочке логистической, и вы его там ждете полгода. Некоторые тут сообщали мне недавно, и 9 месяцев ждут и так далее. То есть на самом деле просто купить, я сейчас говорю прежде всего про серверное оборудование, что-то быстро относительно в течение там, месяца-двух уже становится, ну, целым подвигом. Это очень сильно повезло. Сейчас ситуация, насколько я знаю, кардинально не изменилась, поэтому когда мы говорим, почему облачные сервисы, чаще всего вот на ум приходит именно такой ответ, что надо сейчас быстро что-то развернуть, причем уже готовые, под это есть и там и лицензии, и люди выделены, бизнес-подразделение какое-то открылось, а железо все еще едет, либо даже не едет, а где-то там собирается. Вторая причина, ну, она была, есть и остается всегда, просто нету бюджета на железо и он-премис лицензии, а какую-то базовую инфраструктуру серверную, ну, грубо говоря, Windows сервер и виртуализацию, может быть, SQL еще, нужно запустить в любом случае, потому что без нее все остальные бизнес-сервисы, типа 1С, они работать не будут. И тут как бы вариаций очень мало, потому что на текущем железе сейчас чаще всего это просто нельзя сделать, либо оно умирает, либо оно уже умерло, и выбор идет в сторону облачных сервисов. Ну, про временные ресурсы – это банальная вещь, которую, я думаю, все и так знают, потому что, ну, когда вы не знаете нагрузку, не можете ее предсказать заранее, естественно, приходится, ну, либо вы берете в тест что-то, там, хардверное, либо чаще всего сейчас используют те или иные облачные сервисы, потому что это и дешевле, и быстрее, и, на самом деле, гораздо больше возможностей открывается. Ну, про 4-5 пункт говорить не буду, я думаю, тут и так все понятно. Идем дальше. Есть базовые вещи, которые для Microsoft Azure являются, ну, наверное, ключевыми преимуществами, как для любой облачной платформы. Тут это ничего уникального нет. Но, с другой стороны, с точки зрения ассортимента сервисов, которые есть в Azure, есть всего, в принципе, 2 основных глобальных игрока, больших, гиперскейлера, так называемые, это Azure и Amazon Web Services, которые дают, ну, огромный выбор сервисов совершенно разных. А все остальные игроки, ну, Google Cloud особняком стоит, если говорить про российских, это все-таки базовая инфраструктура, это какие-то базовые сервисы, иногда они работают так, как надо, иногда они работают не так, как надо. Кто-то называет себя Tier-3, кто-то является Tier-3. Это всегда нужно проверять. Ну, про это у нас есть целые отдельные вебинары. Если интересно, на нашем YouTube-канале можете посмотреть. Естественно, главное преимущество любого облачного сервиса – это быстрый запуск. 10 минут я написал, честно, ну так,
в среднем по больнице, потому что есть сервисы, которые можно запустить за 5 минут, есть которые за 15, за 20, ну, там, в пределах получаса. То есть вы сделаете несколько кликов, делаете то, ну, там, сценарий строите тот, который вам нужен, и после этого у вас есть готовая инфраструктура. Она работает. Вот. И при этом неважно, где, в какой стране вы находитесь, она одинаково будет нормально работать везде. Неограниченное масштабирование ресурсов чаще всего связано с тем, что когда, ну, опять же, даже пандемия, какие-то нагрузки пришлось перенести в облачные сервисы, ну, пришлось, потому что железо не доехало, либо не можем его купить, и получается, текущая инфраструктура не вывозит, ей не хватает ни мощностей, ни возможностей, нужно быстро масштабировать, причем достаточно серьезные такие ресурсы, ну, говорим банальную вещь, типа, там 200, 300, 500 виртуальных машин каких-нибудь запустить. И при этом это делается, опять же, быстро, и при этом это делается, опять же, с точки зрения там, биллинга в модели, что не вы купили их там заранее на год, на 5 лет и так далее за огромные деньги, а просто запустили и по итогам месяца получаете счет. Ну, с точки зрения оплаты, модель оплаты по мере использования или pay as you go, она, ну, наверное, ключевой фактор, который отличает настоящие публичные облака от так называемых, которые предполагают предоплату, потому что предоплата всегда предполагает, что вы не просто запланировали что-то использовать, а вы четко понимаете, на какую сумму рассчитываете. И там как бы шаг влево, шаг вправо уже немножко, ну, напрягает. Когда мы говорим про модель постоплаты, неважно, какой это там гиперскейлер, и неважно, какая это облачная платформа, она позволяет вам быть гибкими, потому что вы можете что-то начать делать, запустить сервис, понять, что он, например, вот такой, такая конфигурация, например, вам не нужна совсем от слова, ну вот никак она не подходит. Вы быстро сносите эту конфигурацию, ставите новую, и все становится хорошо. Идем дальше. Лицензирование Microsoft Azure, наверное, звучит немножко смешно, ну потому что, как я говорил, в принципе, если вы подписались на единый, скажем, на единую, простите, тавтологию, подписку Microsoft Azure, у вас есть, по сути, все сервисы, которые можно выбрать. Вы можете их включать, выключать, пользоваться, не пользоваться, но они есть все. То есть у вас есть цельный там личный кабинет со всем, что нужно. Но есть отдельные сервисы, все-таки они существуют в России, которые продаются как, ну, скажем так, как лицензия с лицензированием по пользователям. Это выделенные пакеты ограниченного функционала Microsoft Azure, которые вы можете купить тогда, когда вот вам нужно только это, только этот функционал, а большую подписку Azure, ну, вот она вас там не заинтересовала на текущий момент, либо неинтересна. Как пример, это Azure AD Premium, Azure Information Protection, сервис, естественно, безопасности, который сейчас называется Microsoft Defender там, for Identity и так далее. Казалось бы, при чем здесь Azure, но фактически это построено, опять же, на Azure, поэтому, ну, продается он тоже там по пользователям, либо, соответственно, по устройствам, в зависимости от того или иного сервиса. При этом всегда мы помним, что когда вы подписались на общую подписку Azure, то у вас в любом случае все сервисы доступны, и если вы их решите потестить и не выключите, естественно, биллинг за них тоже будет идти. Это важный момент, про это мы отдельно подробно рассказывали там в других вебинарах, что когда вы... Первое правило, на самом деле, именно первое правило всех облачных сервисов, уходя, гасите свет, скажем так, я его так называю, что если вы что-то не используете и это вам не нужно, надо это удалить, выключить, заморозить, перевести в более экономичный режим, например, с типом хранилища. То есть нельзя использовать это как в он-премисе. Все работает, а дальше как-нибудь оно там рассосется, либо потом приходит счет, и все удивляются, о боже мой, кто же это натворил. Сейчас обычно такую историю мы видим в компаниях, у которых есть центр разработки, который получается, что есть IT-отдел, который обеспечивает всю эту инфраструктуру, включая облачную, а есть отдел разработки, который творит доброе, вечное, светлое и периодически забывает что-то удалять, выключать. Идем дальше. На этом слайде, на самом деле, я передаю слово Антону. Антон расскажет подробно, что такое Azure Monitor, как он работает,
что он может, что он не может. Ну и, соответственно, ответят на ваши вопросы. Вопросы можно по-прежнему задавать и нужно задавать в чате. Если у вас есть вопросы какие-то, может быть, по лицензированию, то есть не технические, тоже пишите. Я здесь буду, буду помогать Антону отвечать на вопросы. Антон, передаю тебе слово. Да, всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Какой часовой диапазон? Надеюсь, меня слышно, потому что немножко покрутил настройки. Тимур, было бы здорово, если бы ты сказал, слышно меня или нет. А вот сиди и мучайся. Слышно, Антон, слышно, да. Да, всегда в такой ситуации начинаешь думать, в условиях пандемии не сам ли с собой я уже разговариваю. А, собственно, система мониторинга и аналитики данных. Хочется начать вообще с базового вопроса, что в принципе вообще всегда происходит. И насколько часто ли приходится решать проблемы, не зная, с чего начать. Нужно же выстраивать какую-то стратегию при работе с сервисами. Мы сейчас поговорили о локальном железе, о приобретении их, о заказах, о том, что оно, в принципе, в компаниях существует. А что, если с этим железом что-то случается? Допустим, у нас не один сервер, а их много. У нас там свой мини-цод настроен. И если у нас нет никакой системы мониторинга и оповещения данных, нам же нужно перебирать, по сути, все возможные варианты для того, чтобы понять, что в целом-то произошло. Постоянно сталкиваюсь с различными историями от живых реальных людей, которые занимаются поддержкой инфраструктуры. В некоторых случаях фигурирует фраза, что находишься постоянно как на пороховой бочке. Вроде бы все функционирует, а вроде бы кажется, что что-то пошло не так. И спать уже становится несколько страшнее, потому что ну, действительно не понимаешь, что вообще в принципе происходит. Немножко, опять же, вводную информацию про корпорацию Microsoft. Я все-таки действительно надеюсь, что многие из вас знакомы с сервисом. Многие как минимум про него слышали, а большая подавляющая часть с ним в принципе работает. Корпорация Microsoft – это компания, которая постоянно вкладывает в деньги развитие собственной инфраструктуры. Действительно выстроены огромные каналы связи. Между цодами огромная скорость передачи данных. Уже цоды находятся в более 40 странах мира. То есть в некоторых странах находится по 3-4 цода. Количество дата-центров постоянно растет. В условиях пандемии количество железа в этих дата-центрах росло с колоссальной скоростью, потому что нужно было обеспечить весь поток входящего трафика всех тех людей, кто остался без как раз возможности приобрести железо и перенести их на облачную инфраструктуру для того, чтобы они в принципе могли работать. Количество серверов также то же самое в геометрической прогрессии увеличивается без перерыва. Поэтому пойдем дальше и поговорим, в принципе, о том, что сейчас происходит в компаниях. Возможно, вы увидите в моей истории свою компанию. Но все-таки поговорим обобщенно, как сейчас было, как общепринято работать в организации и как может стать в будущем при использовании тех сервисов, которые уже доступны, но о которых мало кто знает. Ведь, по сути, для того, мы сейчас говорим про сервис аналитики, и для того, чтобы следить за своей инфраструктурой, нужно быть постоянно во всеоружии. Для того, чтобы следить за человеком, мы знаем, что можно нанять частного детектива, но следить за железом становится несколько сложнее. Как в итоге сейчас в большинстве случаев все работает? Есть старые достаточно серваки, старые железки, которые, в принципе, функционируют на старых операционных системах. И в таких случаях компании говорят, мы лишний раз не трогаем, стараемся пыль даже не сдувать. Она работает, и ладно. Мы очень сильно надеемся, что она не сломается и прослужит еще пару-тройку лет. Потому что даже понятие ZIP-а, как такового, в некоторых компаниях не присутствует. Не покупаются запасные части. Что-то выйдет из строя, с этим функционалом дальше не работает. Даже сейчас самый основной момент, который примерно в 9 компаниях из 10 мы сталкиваемся, о том, что выходит из строя RAID-массив. Для того, чтобы заказать аналогичные диски, проходит очень длительное время. И даже проблема больше не во времени затрачена на заказ, а проблема в поиске аналогичных дисков. Вроде бы их находят, вроде бы и коробка целая, а вроде бы что-то не то. И опять же человек находится в состоянии непонимания, будут ли они функционировать в той необходимости, которая есть перед компанией. Отслеживание работоспособности – части инфраструктуры. Действительно, сейчас есть разнообразное количество сервисов мониторинга. Часть компаний для бизнес-критичных приложений на самом деле отсматривает состояние системы.
но смотрят не на всю систему, а когда ломается что-то глобальное, и проблема идет по цепочке, идет, так скажем, длительная детонация, очень сложно найти, откуда ноги-то растут. Либо используются бесплатные сервисы мониторинга, которые уже есть в компаниях, либо их кто-то принес извне. Они вроде бы работают, а вроде бы и нет. То есть мы вроде бы сэкономили, может быть, инфраструктура также не упадет. Может быть, с помощью этого сервиса мы сможем разобраться, что в принципе происходит. Такие сервисы в основном не запускаются в тестовых демонстрационных режимах, и впоследствии компании испытывают некоторые сложности в дальнейшем взаимодействии с ними. Учитывая о том, что мы говорим про Azure, про уже готовые сервисы, которые можно использовать в рамках локальной либо облачной инфраструктуры, хочется из таких сервисов выжимать все. Поэтому мы можем подумать о том, что в компаниях всегда нужно думать наперед. У нас всегда возникает ситуация, что что-то сломалось. И нужно понять, что именно сломалось. Простите, мы немножко вылетели. Надеюсь, меня все еще слышно. Да, Антон, тебя слышно, слайд видно, что делать-то. Отлично. А что, в принципе, в компаниях происходит, что делают? Перво-наперво, когда у нас выходит из строя часть нашей инфраструктуры, мы еще не знаем, какая, мы начинаем разбираться с проблемой, что конкретно не работает. В таких случаях обычно мы начинаем получать жалобы и запросы от пользователей. Там нет доступа к какому-то определенному сервису, не включается компьютер, то есть у нас уже зафиксирована проблема. Мы уже начинаем фиксировать эти входящие вызовы. Мы сами понимаем, что у нас что-то не работает. Перво-наперво мы разбираемся. Иногда мы очень долго разбираемся, а система все еще не работает. Мы начинаем придумывать пользователям аналогичные занятия для того, чтобы они просто не просиживали в ожидании, чтобы их время простое принесло нам хотя бы какой-то профит, и мы могли с ним дальше работать. Если мы разбираемся удачно, достаточно быстро находим проблему, мы начинаем ее устранять. Мы пытаемся все максимально быстро починить и ввести нашу инфраструктуру обратно в эксплуатацию. Это может также затянуться. Либо мы можем починить что-то не то. Часто в компаниях есть баги в инфраструктуре, которые не мешают, в принципе, работоспособности организации. Так скажем, это могут быть даже какие-то добрые мелочевые проблемы, которые на самом деле при устранении могут понести больше негатив. Но, допустим, мы починили что-то не то, и мы устранили просто баг, который нам на самом деле не мешал. Пользователь не получил никакого профита. Проблема не устранена, инфраструктура все так же не работает, мы переходим опять в стадию разбирательства. После, опять же, долгих коллабораций с нашей инфраструктурой, допустим, мы все смогли починить. После этого мы сразу же начинаем искать причину поломки для того, чтобы устранить ее и в дальнейшем больше не сталкиваться с данной проблемой. Но, опять же, если мы ищем ее самостоятельно, мы можем очень долго искать, опять ничего не найти. И не найти, в принципе, эту причину, наш сервис опять падает. Вся инфраструктура, либо часть инфраструктуры, часть приложений выходит из строя, и мы возвращаемся опять на пункт, разбираемся. Эта процедура, эти пункты могут идти достаточно длительное количество времени. Как раньше любили всегда говорить, а сколько стоит час простоя в вашей организации? Задумываясь о таких вещах, час простоя может быть и не критичен, и критичен до ужаса. Может принести многомиллионные убытки. И для того, чтобы их не стало, нам в итоге нужно играть на опережение. Нам нужно понимать, что конкретно происходит с нашей инфраструктурой, либо с частью наших сервисов. Как может стать, если мы будем использовать те сервисы, которые давным-давно на рынке, уже доступны, требуют просто ознакомления с ними и минимальной, либо детально глубокой настройки, в зависимости от пожеланий. Все эти решения взаимосвязаны между собой сервисом Azure Monitor. То есть изначально давайте посмотрим на несколько этапов взаимодействия, которые может делать дефолтно, и которые лежат всегда на поверхности, с которыми нужно начинать работать в первую очередь. Это, в принципе, выявление и диагностирование проблем между приложениями с помощью сервисов Application Insider. Это сопоставление проблем инфраструктуры с аналитикой виртуальных машин и аналитикой контейнеров. Аналитика контейнеров на самом деле такая более глубокая тема. На самом деле АКСом пользуются еще далеко не все. А те, кто пользуется, можете приходить к нам отдельно, мы посмотрим на нее более детально, потому что действительно это
очень глубокая тема для размышлений, потому что сначала нужно заменить все на ЭКС, использовать его для распределения на микросервисы, а потом каждый этот микросервис мониторить отдельно для диагностирования каждой проблемы и для ее последующего устранения. Также можно анализировать все данные мониторинга через Log Analytics, о котором мы поговорим чуть дальше и покажем, как с него данные в него собираются и сколько это, в принципе, насколько это затратно для использования организации. То есть, по сути, при использовании Log Analytics мы понимаем глубокую диагностику. Мы начинаем принимать необъятные объемы данных и приводим это в божеский вид для того, чтобы с ними впоследствии можно было взаимодействовать и понимать уже структурно, что происходит с нашей системой. Также можно базово поддерживать работу наших виртуальных машин при масштабировании с помощью всевозможных интеллектуальных оповещений. То есть, например, мы всегда при использовании каких-то сервис-мониторинга используем алерты. То есть у нас постоянно идут оповещения, предварительно нами заданные, которые мы используем в своей работе. И, скажем так, когда мы все это настроили, может случиться момент, где появится часть нежелательных уведомлений. Допустим, у нас выходные. Мы не хотим получать информацию о состоянии наших машин в выходные. Мы можем все эти нежелательные уведомления заглушать на определенное расписание, на определенный график. Или, в принципе, отключать часть уведомлений, когда у нас идет оповещение о каких-то запланированных работах или незапланированных. Например, мы увели нашу машину на апдейт, на ремонт, либо просто выключили ее из сети. Если предварительно у нас настроен пул уведомлений на то, что машина должна сигналить, мы должны смотреть на процессы использования оперативной памяти, ядер, да чего угодно, что взаимосвязано в машине, и вдруг мы потеряли ее из сети. Система будет уведомлять нас о том, что с данной машиной что-то произошло. И вот такие нежелательные уведомления в определенные промежутки времени можно и нужно выключать. Ну, либо мы можем запустить, точнее, не то чтобы запустить, а определять все действия, которые нам специально нужны для оповещения определенной группы. Также мы можем использовать всевозможные детализации полученной нами информации для устранения неполадок. То есть, опять же, мы получаем максимально структурированные данные в рамках журналов и в рамках данных в Log Analytics либо Application Insight. Либо мы можем использовать интеллектуальное оповещение. В свою очередь, оно помогает найти действительно важное оповещение, когда мы получаем огромный скоп. То есть, допустим, у нас огромная инфраструктура, у нас используется колоссальное количество серверов. На каждом из этих серверов есть огромное количество виртуализации. На каждую виртуальную машину у нас настроен пул только необходимых нам метрик оповещений и дальнейших действий, которые могут с ними работать. Для того, чтобы найти действительно нужное оповещение, можно выделять необходимую нам информацию из большого количества лишних данных, которые нам в моменте не понадобятся. Уже потом, впоследствии, можно, безусловно, проверить все оповещения, которые мы получили, посмотреть по бизнес-критикал, насколько они важны, потому что все это мы в дальнейшем посмотрим, как выражается в настройке, и понять, с чем нам нужно работать в первую очередь. Ну и один из пунктов, который любят все пользователи, я надеюсь, здесь также присутствует много людей, которые знакомы с инфографикой, которые используют Power BI в своей работе. Можно создавать визуализацию с помощью панелей мониторинга и рабочих книг Azure. То есть, по сути, вы будете получать информационную панель для того, чтобы собирать все данные с ресурсов и предоставлять к ней доступ тем людям, которым это действительно необходимо. Как же все-таки работает сам сервис? На текущей схеме мы видим, по сути, три отдельных столпа, три отдельных этапа. То есть в центре у нас находится хранилище данных для метрики журналов. Это то хранилище, куда мы, в принципе, собираем всю нам необходимую информацию двух основных типов. То есть в левой части у нас находятся источники данных, откуда мы можем эту информацию в них собирать, откуда нам нужно в нее собирать. И самое главное, правильно ее собирать для последующего анализа. А справа мы видим различные функции, которые мы можем их применить.
Например, анализ, генерация оповещений, потоковая передача данных, автомасштабирование системы, всевозможные интеграции для того, чтобы у нас все в принципе это функционировало. То есть Azure Monitor может срабатывать не только как сервис оповещений, который консолидирует себе информацию, уведомляет вас о какой-то проблеме, а также впоследствии может выполнять ряд определенных функций для того, чтобы без вашего участия с данной проблемой попытаться разобраться. Если логика этой проблемы предварительно ясна, и мы знаем, какие действия нужно осуществить при ее возникновении. Давайте посмотрим более подробно, какие данные собираются. Потому что первонаперво сервис работает все-таки на данных. И если мы эти данные в этот сервис не положим, мы не сможем с ними в дальнейшем разрабатывать. То есть, еще раз, все данные соответствуют одному из двух типов. Это либо метрики, а метрики, по сути, у нас являются числовыми значениями, описывающие конкретный аспект в определенный промежуток времени. Либо журналы. Журналы как раз у нас могут содержать в себе данные различных типов. Например, еще раз вернемся к тому, что многие из вас уже знакомы с Azure и уже видели, как такие данные, откуда они возникают, откуда они берутся. Потому что, начиная работать абсолютно с любой виртуальной машиной, данные дефолтно у нас уже собираются. Если мы перейдем на обзор этой виртуальной машины, то мы сразу же увидим используемую нами нагрузку. То есть мы увидим использование оперативной памяти, CPU, загрузку диска. По сути, это одна из той части данных, с которой мы уже работаем и собираем. Для работы с журналами уже, как я говорил раньше, используется там всем знакомый нам Log Analytic. То есть, на самом деле, далеко не секрет и очень важно, что все-таки Azure Monitor умеет собирать данные из различных источников. То есть, допустим, это данные мониторинга приложений. Это, по сути, опять же, данные о производительности и функциональности написанного нами кода. Если мы работаем с какими-то приложениями, эту информацию мы также можем собирать для следующей работы с ними. Данные мониторинга операционной системы на виртуальной машине. То есть это может быть данные из Azure, данные из любого другого облака, которым вы пользуетесь, неважно какого, либо данные из локальной инфраструктуры. То есть мы также говорим, что Azure Monitor поддерживает не только наше облако. Мы, безусловно, будем рады, если вы будете пользоваться только Microsoft Azure, откажетесь там в какой-то мере от локальной инфраструктуры, насколько это возможно. Но мы понимаем всегда, что действительно есть часть тех сервисов, которые хотят остаться на земле. Но с них тоже нужно собирать аналитику и работать с проблемами, возникающими на них. Поэтому отказаться там полностью в некоторых аспектах мы не можем, и нужно работать с той частью инфраструктуры, которая у нас есть. Поэтому на локальную инфраструктуру вынести агента Azure Monitor тоже можно для сбора и аналитики данных. Ну и также, как вы видите перед собой на экранах, это данные мониторинга ресурса Azure, которые дефолтно практически без нас часть из них собирается. Это мы можем собирать данные из подписки Azure, то есть это данные об операциях, которые происходят в нашей подписке. Допустим, то, о чем сказал Тимур ранее, когда у нас есть любимое дело разработки, которые случайно не выключили часть сервисов, но создавали огромное количество ресурсных групп, положили в них большую инфраструктуру, которая стоит денег. Мы можем отслеживать и собирать данные, которые приходят к нам из взаимодействия с подпиской, и понимать, что конкретно в данной ресурсной группе, в конкретной подписке, создавалось очень интересное количество ресурсов, и проще бы проанализировать, что там происходило, для того, чтобы впоследствии избежать проблемы с тем же самым биллингом. Ну и это, в принципе, данные мониторинга из клиентов Azure. То есть данные, по сути, о работе служб Azure на уровне клиента, например, Azure AD. То есть как только мы создаем подписку Azure, создаем в ней какие-то виртуальные машины, веб-приложения, Azure Monitor дефолтно начинает собирать все данные, с которыми мы можем впоследствии работать. Нам нужно их впоследствии только предварительно преднастроить для удобного для нас отображения. Ну и можем собирать всевозможные пользовательские данные через REST API. То есть самое главное, как раньше я думал лично для себя, когда с этим сервисом был еще не знаком, что мы можем консолидировать любое количество нам данных для того, чтобы впоследствии с ним взаимодействовать.
Оказалось, все немного проще и немного интереснее. Нам главное передать наши данные из внешних источников в службу Log Analytics для того, чтобы впоследствии мы могли с этими данными взаимодействовать. Если вот как раз все время хочется сказать, провести аналогию, которая немножечко не связана, но опять же есть сервис для визуализации Power BI, и каждый человек, который работает с Power BI, знает, что для того, чтобы с ним работать, нужно данные в него загрузить. С Azure Monitor история примерно вот такая же. Для того, чтобы работать и отслеживать данные, нужно эти данные в него загрузить. Секунду буквально. Продолжаем. Это у меня немножко звук опять подхандрил. То есть, когда мы включим все наши метрики, все возможные параметры, мы сможем впоследствии взаимодействовать со всеми сервисами и собирать все данные, которые нам впоследствии необходимы. Преимущество мониторинга в Azure. Мы все прекрасно знаем, что у нас есть достаточное количество сторонних приложений для мониторинга. Есть платные, есть бесплатные. В каждом облаке, который присутствует на стороне корпорации Microsoft, в принципе, существует достаточное количество собственных решений. Эти решения зачастую не интегрированы между собой. То есть для того, чтобы собирать больше информации, нам иногда необходимо пользоваться сторонними решениями. То есть часть решения отвечает за одну составляющую, часть стороннее решение отвечает за вторую составляющую. То есть на примере того же самого AWS нам нужно использовать несколько сервисов для диагностики приложений и несколько дополнительных сервисов для аналитики. В рамках использования Microsoft, Microsoft пошел немножко дальше и сделал единый сервис для удобного мониторинга всей инфраструктуры. То есть у нас, по сути, используется комплексное решение. У нас для него единая ценовая политика, так как нам не нужно действительно в своей подписке разворачивать огромное количество продуктов, мы можем работать с тем, что есть. У нас уже дефолтное решение, о чем я говорил несколько раз сегодня, интегрировано абсолютно со всеми службами Azure. И еще раз может работать с локальной инфраструктурой. Здесь нет никакой проблемы, просто установить и расширить все это на локалку. И в принципе мы можем, опять же, работать со всеми данными, которые поступили для нас через Log Analytics, либо через Application Insight. Также ни для кого не секрет, что Azure Monitor не то чтобы стендалон приложение, и оно не будет функционировать и работать с какими-то сторонними приложениями. Все-таки оно поддерживает абсолютно практически все решения для мониторинга, которые сейчас присутствуют на рынке. Если с кем-то оно вдруг не работает, то наверняка эта компания уже пришла и захотела заинтегрироваться, и никакой проблемы в дальнейшем не будет. Также можно читать некоторые роуд-мапы, и всегда в превью-версии новых сервисов Azure появляется информация о том, что данные сервисы могут работать с колоссальным количеством сторонних приложений для удобства пользователя. Сколько все-таки все стоит? Потому что мы сейчас говорили о многих пользовательских ресурсах, с которых можно собирать данные. Говорили о том, что можно использовать локальную инфраструктуру. Так как в использовании Microsoft Azure не всегда стоимость лежит на поверхности, если сказать вот сейчас прямо очень топорно, что есть два основных момента, из которых складывается стоимость. Это объем собираемых данных плюс количество уведомлений. Потому что нам нужно получать алерты, и нам нужно данные, например, с локальной инфраструктуры все равно собирать. Но если мы копнем чуть глубже, мы с вами увидим, что сейчас есть, в принципе, 9 слагаемых, из которых складывается стоимость. То есть нам нужно данные собирать в прием, принимать данные в журналах. Нам нужно дефолтно хранить эти данные. Нам нужно при необходимости, то есть это не основной момент, а который может частично использоваться в рамках нашей инфраструктуры, экспортировать эти данные из Azure. То есть часть этих данных при необходимости мы можем забрать.
есть дополнительный функционал веб-тестирования для проверки доступности. То есть проверка связи нашего веб-сервиса, приложения, где-то захоченного идет бесплатно, а вот многошаговые тесты, когда нам нужно проверить досконально наше приложение, идут уже, конечно же, за отдельные деньги. Соответственно, журналы платформы. Журналы платформы, мы начинаем говорить о них только если мы вернемся чуть к предыдущему пункту, если мы предварительно произвели экспорт. Мы можем работать, по сути, с метриками, которые дополнительно оплачиваются. Метрики предоставляют собой набор временных рядов. То есть цена от их использования зависит от количества отслеживаемых нами временных рядов. Все стандартные метрики, которые используют сервис Azure Monitor, они дефолтно бесплатны. И мониторинг работоспособности. То есть сейчас он находится в периоде предварительной версии, он условно бесплатный. Им можно попользоваться, посмотреть, как он функционирует и понять, нужен ли он в рамках организации. То есть это все равно как такой дополнительный сервис, ну, за который действительно сейчас не взимается плата, если на него можно посмотреть. Ну и вот важный момент – это система оповещений. Потому что уведомления и оповещения могут работать в разном виде. Мы с вами посмотрим об этом сегодня тоже чуть дальше. Но вот если сказать, вернуться к вопросу, сколько стоит без перечисления всех возможных дополнительных слагаемых, то мы можем дефолтно рассчитать стоимость. Давайте возьмем для примера, что у нас, ну скажем, небольшая серверная составляющая. У нас установлены агенты, которые находятся на земле. И, допустим, мы передаем, да, простите, я вот сейчас увидел запрос, Zabbix, да, тоже может забирать данные, может с ними использовать, все это настраивается в агентах. Допустим, у нас небольшая серверная инфраструктура, мы передаем 1 гигабайт данных ежедневно. Эти данные у нас отправляются в Log Analytics. Azure у нас на своей стороне их принимает. То есть у нас есть вот это вот значение 1 гигабайт. Каждый день мы приносим только по 1 гигабайту. За месяц у нас дефолтные 30 дней, где-то у нас в месяце больше дней, где-то меньше. У нас скапливается 30 гигабайт этих данных, и мы оплачиваем за них вот, примерно $90 практически. Просто за то, что эти данные у нас переходят. Эти данные в любом случае нужно где-то хранить. Разница в том, точнее не разница, а преимущество Log Analytics заключается в том, что первые 30 дней данные хранятся бесплатно. То есть за первый месяц хранения стоимость ноль. За последующие месяцы хранения, как вы видите перед собой сейчас, стоимость хранения 30 гигабайт данных составит практически $4. За хранение это достаточно небольшая сумма такого объема. И в принципе с ней можно жить. Впоследствии мы также всегда говорим, что Azure – это сервис преднастраиваемый. Мы должны понимать, а есть ли у нас вообще необходимость хранить эти данные? А вдруг мы хотим просто впоследствии их отработки через месяц заэкспортировать их? Тогда мы заплатим гораздо меньшую сумму и просто эти данные заберем на землю и будем держать их где-то у себя. Мы не будем хранить их в Azure и не будем тратить на это дополнительные деньги. Нам всегда нужно как раз генерировать оповещения. Допустим, у нас есть одна виртуальная машина. Вот она у нас достаточно большая и емкая. С нее, опять же, мы собираем этот гигабайт данных. Мы устанавливаем 5 метрик, по которым нам нужно отслеживать эту виртуальную машину. 5 метрик на виртуальной машине будут стоить 50 центов. Нам этого количества метрик хватает. Допустим, мы оцениваем производительность, нагрузку диска, какие-то еще вещи, которые необходимы нам в работе, с которыми мы постоянно сталкиваемся. И нам нужно отслеживать наши данные, которые мы собираем из журнала. То есть, допустим, мы понимаем, что у нас будут собираться данные в 5 журналах, и мы будем проверять их каждые 15 минут. То есть каждые 15 минут система будет мониторить, что же происходит. И общая стоимость за одну отслеживаемую виртуальную машину, за 5 различных запросов, точнее, не за 5, а за 5 журналов, которые мы используем с частотой запроса в 15 минут, мы заплатим еще $2.5. То есть общая сумма пока идет, не скажем так, что слишком большая. Уведомление. Та вещь, о которой вот я сегодня постоянно говорю, с которой мы сталкиваемся, с которой нам необходимо работать.
Как вы видите, объемы уведомлений достаточно большие, то есть они приобретаются практически по огромным пакетам. И для того, чтобы наша почта была завалена 100 тысячами сообщений, стоимость составит всего лишь $2. Есть дополнительное использование, так скажем, веб-перехватчиков, это в русской версии они так называются, это использование веб-хуков. Также стоит 1 000 000 обращений 60 центов. Дополнительно мы можем использовать пуш-уведомления. Если у пользователя, у нашего, отвечающего за инфраструктуру, стоит приложение Azure на телефоне, он будет получать эти пуши на свое мобильное устройство. 100 тысяч пушей заставит, наверное, человека задуматься о том, что в инфраструктуре что-то произошло. То есть человек, мы все прекрасно понимаем, что у нас сейчас часть сотрудников находится на удаленной работе. Они могут не всегда находиться перед своими персональными компьютерами, но им своевременно, там, и даже, возможно, ночью, нужно получать уведомление о том, что произошел какой-то сбой. Телефон, лежащий на тумбочке, заваленный пуш-уведомлениями почты, тонко намекнет пользователю, что что-то пошло не так, и нужно прильнуть обратно к инфраструктуре и посмотреть, что же произошло, чтобы сотрудники не столкнулись с какими-то проблемами в дальнейшем. Антон, прости, перебиваю чуть-чуть. Пока далеко не ушли, в чате есть от Богдана вопрос. Сам прочитаешь или мне зачитать? А проще зачитать, потому что я немножко... Хорошо. Вопрос. Есть ли у Azure Monitor API endpoint, через который мы можем слать свои уведомления, события из своих приложений в общую систему мониторинга? Для того, чтобы мы хранили информацию как о работе сервисов, так и о работе внутренней логики этих сервисов в одном месте, а не использовали, скажем, ELK. На самом деле, да, интеграция через REST API, она есть с сервисами Azure Monitor. Этот вопрос просто нужно, так скажем, я просто не хочу быть голословным, не хочу врать, самостоятельно этого в какой-то момент не выполнял, но есть прописанная документация, как это все интегрировать и как эти данные в Azure Monitor отправлять. То есть этот вопрос можно взять там, лично мне на домашнее задание, отдельно мы с вами вместе с Тимуром свяжемся и покажем, расскажем, как это работает, потому что нужно просто интегрировать. Но такая возможность есть. И спасибо. Пока больше вопросов нет. Ладно, поедем дальше. Как раз заделся сейчас самый интересный тоже аспект, момент уведомлений на телефон. Все прекрасно знают, что корпорация Microsoft подобными вещами занимается и может использовать телефонию. Звонки и смски чуть подороже, но такая возможность есть. Если у нас есть необходимость использовать звонки, мы можем завести сразу же необходимое количество нам звонков, потому что действительно они стоят дороже. Когда за один звонок идет стоимость 300 центов, а за одну смс-ку идет стоимость 8 центов, то мы, конечно, понимаем на инфографике, что использовать пуш-уведомления и уведомления на электронной почте несколько дешевле и рациональнее. Но вот для тех людей, кто действительно постоянно в полях, там, допустим, без доступа к интернету, хотя, честно, не знаю сейчас ни одного человека, кто выйдет с мобильным без пакета интернета, либо хотя бы какого-то ограниченного, как минимум, либо безлимитного уже, как везде принято, то можно настроить звонки и смс-уведомления. Для того, чтобы пользователь получал информацию своевременно и мог с ней вовремя взаимодействовать. И вот, взяв только основные параметры стоимости, примерная стоимость составит в месяц $101. Опять же, напомним, что это стоимость общедоступная. Есть калькулятор корпорации Microsoft. Просто самостоятельно с ним работать достаточно тяжело, и поэтому мы всегда предлагаем взаимодействовать с ним через партнеров, потому что они помогут правильно посчитать. Но вот примерная стоимость для 1 гигабайта данных с минимальным набором оповещений, с минимальным набором журналов составит $100 в месяц. Опять же, это все предварительно. Если данных больше, стоимость будет меняться не пропорционально из калькулятора. Есть пакеты передаваемых данных. Можно приобретать как раз 100-гиговые, 200-гиговые, больше гиговые пакеты. Предварительно необходима оценка инфраструктуры. Предварительно нужно понять, какой объем данных будет передаваться. Какой объем данных необходимо хранить, нужно ли его впоследствии выгружать, какой тип уведомлений нужен, какие метрики необходимы для того, чтобы пользователи могли работать с этими приложениями, для того, чтобы впоследствии стоимость не была сюрпризом.
Ну и опять же, о чем сегодня проговорили, не нужно забывать, что наше законодательство говорит о том, что все сервисы также работают с НДС. Калькулятор корпорации не предусмотрен на территории России для использования автоматического добавления с НДС. Для тех из вас, кто сейчас задался вопросом, почему, вроде как бы находясь в России, я предоставляю вам все ценники в долларах. Скажем так, что взаимодействие корпорации немножко изменилось. Вы все так же будете все видеть в рублях, но мы внутри для себя видим все стоимости сервиса в долларах. Потому что каждый месяц компания смотрит на курс лондонской биржи и берет курс доллара с нее. К этому нужно быть готовым, потому что сервис как раз переводится из долларового значения на рублевое. Например, в октябре курс доллара, зафиксированный компанией, был 72 рубля 88 копеек. А сейчас, в ноябре, как все, наверное, видели, в начале доллар пошел немножечко вниз, и курс сейчас зафиксирован, если мне не изменяет память, на 70 рублей 62 копейки. То есть стоимость вальируется и потихонечку уходит вниз, потому что курс все-таки ослабевает. Давайте посмотрим все-таки, как все это может быть. У нас немножко статичная демонстрация, но сути дела это нисколько не поменяет. Это для того, чтобы не пошло никаких проблем, потому что мое интернет-соединение может работать несколько нестабильно. И, как вы видели, немножечко может вылетать. Вот давайте представим, что мы уже подключили нашу виртуальную машину на практически безграничной по возможностям Microsoft Azure. То есть мы выбрали уже рабочую область Log Analytics и начали собирать в нее данные для того, чтобы получать уже осмысленную информацию, что происходит в нашей локальной инфраструктуре. Ну и, соответственно, нужна она нам, как мы сегодня все это время говорим, для осмысленного принятия решения, для того, чтобы мы понимали, что же там творится. То есть у нас шаг первый, который мы используем, это создание рабочего пространства Log Analytics Workspace. Для тех, кто сейчас из вас первый раз видит Azure, ничего страшного, всегда работает поиск, всегда есть интерактивное меню слева, из которого можно выбирать ресурсы. И, по сути, когда мы можем просто в графе поиска написать, что нам нужен Log Analytics Workspace, и мы уже переходим в этот сервис. А для нас сейчас это место, где мы будем собирать данные с подчиненных нам объектов. Но для того, чтобы предварительно эти объекты появились, нам нужно установить на них агенты. Мы сейчас говорим не о виртуальных машинах, расположенных в Azure. Мы сейчас говорим именно о нашей локальной инфраструктуре, где у нас используется виртуализация, и про те машины, данные из которых нам нужно собирать. Потому что с виртуалками в Azure все гораздо проще. Все эти схемы взаимосвязи может между собой интерпретировать сама платформа Azure. Нам не нужно заниматься подобными вещами. То есть шаг номер два. Мы загружаем агент на машину. Как вы видите сейчас перед собой на экране, есть вот как раз посередине прям пункт «Скачать агент». Скачайте агент, который вам подходит. 64-битная разрядность системы, 32-битная, идентификаторы рабочей области, ключи, шлюзы. Всю эту информацию мы получаем сразу же, как только начинаем работать с рабочим пространством Log Analytics. Шаг третий – это конфигурация агента. Потому что предварительно, когда мы дефолтно просто устанавливаем агент, у нас не забиты никакие метрики и данные, что мы будем собирать. А нам же все-таки не просто нужно его установить, нужно, чтобы он что-то там делал, какой-то свой функционал рабочий выполнял. Поэтому мы можем использовать либо рекомендуемые счетчики, потому что корпорация Microsoft уже в платформу собрала те метрики, которые могут собираться, либо мы можем использовать любые счетчики производительности, которые нашей душе угодно. Я сейчас не стал вот это вот все огромное количество счетчиков, метрик, логов скринить, потому что там действительно очень много страниц. И я бы все равно предварительно при первой работе, когда первый раз сталкиваюсь со сбором метрик, я бы проверил все. На основании всех доступных счетчиков, тех данных, которые мы можем собирать, выбрал бы не только необходимые себе, потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, что у нас взимается плата за объем передаваемых нами данных. Если мы будем собирать ненужные данные, которые нам, в принципе, никак не помогут, не помогут сделать какую-то оценку нашей инфраструктуры, не помогут понять, что происходит, мы попросту будем за эти
передаваемые данные переплачивать. А мы все-таки перво-наперво за оптимизацию нашей инфраструктуры и за сокращение ненужных растрат. А впоследствии мы можем уже, когда мы все это настроили, начать работать с этими данными. То есть, например, мы можем в разделе лога взять предварительно настроенные запросы, которые мы уже сразу же запустили. А вот можем все-таки делать что-то более осмысленное. Мы можем, перейдя в раздел мониторинга и перейдя в раздел Cloud Defender, получить рекомендации о работе с той машиной, с которой мы собираем данные. То есть есть достаточно быстрые Quick View решения, которые можно решить прямо из портала. Допустим, машина сразу же вносит какие-то рекомендации, с которыми нам стоит столкнуться. А есть те данные по инфобизу, с которыми нужно поработать чуть дальше, чуть дольше. А ценники как раз за взаимодействие подобных совмещений видите перед собой на экранах. Самое, что хорошее, Microsoft Defender для облачной инфраструктуры можно попробовать сразу же бесплатно, если мы VM-ки используем в Azure. И проверить, в принципе, все, что происходит, принять какие-то нормативные акты, получить все необходимые данные в области Log Analytics, мы можем вот как раз быстро из интерактивных панелей. Если впоследствии мы перейдем в раздел мониторинга, мы можем посмотреть, что у нас, в принципе, происходит с машинами. И настроить как раз все журналы и создать все необходимые нам оповещения. Когда вот все данные мы собрали, нам есть уже с чем работать. Сейчас мы как раз рассмотрим просто базовое создание оповещения в рамках подписки Azure. То есть, допустим, у нас виртуальные машины уже используются не на земле, они используются в виртуальных мощностях. То есть для того, чтобы создать наше первое оповещение, нам нужно перейти в создание правил генерации оповещений. Нам нужно выбрать перво-наперво ресурс, с которым мы будем работать, либо несколько ресурсов, с которыми мы будем работать. И в зависимости от типа ресурса нам будут предоставлены различные типы сигналов, с которыми мы можем работать. Самое простое и первичное для ознакомления – это выбор взаимодействия с виртуальной машиной. Например, мы можем с виртуальной машиной анализировать и метрики, и логи, потому что с нее собирается вся информация, которая нам необходима. Впоследствии, когда мы выбрали подписку, где у нас находится машина, выбрали конкретную машину, с которой мы будем взаимодействовать, нам необходимо вторым шагом настроить условия, то есть добавить логику сигналов. Самое простое, что и самое быстрое, что мы можем выбрать, это значение использования ЦПУ. То есть нам нужно выбрать условия, при котором будет срабатывать оповещение. На самом деле, опять же, не стал перескринивать огромное количество всевозможных логов и метрик, которые собираются в Azure. Если вот сейчас память меня не подведет, их порядка там больше 100 данных, по которым можно создать оповещение. И в качестве условий, вот сейчас вот перед своими экранами, видите то, что просто можно быстро отслеживать. То есть нам нужно понимать, какая у нас нагрузка на виртуальную машину. Сейчас вы также видите, что я использовал это в подписке, где виртуальная машина, в принципе, длительное время не работает. И последние 6 часов она вообще не включалась. И если я бы выбрал скролл на последние сутки, на последние недели, вы бы увидели также, что она тоже, в принципе, не включалась. То есть мы работаем с ней в ограниченном количестве времени. Она включается у нас только под запросы и только под использование виртуального рабочего стола. То есть если мы сейчас выберем для логики оповещений пороговое значение 1%, то по сути мы получим уведомление сразу же, как только эта виртуальная машина включилась. Обратите внимание на скриншот, это на самом деле не очень хорошо видно, потому что скролл машины не используется, и скролл процент не ушел на процент. Но есть отображение черной точкой, при котором видно, что пороговое значение на графике сразу же отразилось. При всем при этом, при работе с этой логикой оповещений, мы сразу же можем указать временное окно, по которому система будет производить оценку.
То есть, допустим, каждые 5 минут у нас будет происходить, точнее, не каждые 5 минут, а мы будем брать 5-минутный диапазон, в который нам необходима проверка. И вторым параметром мы укажем частоту изменений. То есть частота изменений покажет нам, как часто система будет проводить оценку этих данных. То есть по текущим дефолтным настройкам, которые сразу же предоставляет нам Azure, у нас каждую минуту система будет проверять прошедшие 5 минут. Все это настраивается более гибко, я просто сейчас об этом обо всем говорю, потому что это дефолтная настройка, которая уже присутствует в системе. Мы можем выбрать ее больше, мы можем проверять больше временной диапазон, можем проверять ее медленнее. Но система будет анализировать логи в удобное для вас время. Впоследствии мы перейдем, нам необходимо перейти в раздел группы действий. То есть это раздел, по которому мы будем понимать, по какому каналу к нам приходят оповещения. То есть мы можем использовать, как уже видно на скрине, раздел, который создан предварительно. Он у нас содержит одно действие. Либо мы можем создать удобный для нас раздел. То есть в этом разделе... Да, простите, забыл добавить вот этот вот кусочек, но проговорю так, что есть. В этом разделе мы можем добавить и вот именно те уведомления, которые мы обсуждали раньше при стоимости. Мы можем указать, что у нас человек должен получать. Веб-хук, пуш-уведомления, информирование на электронную почту. Мы прямо там эту электронную почту и указываем. И прямо там мы указываем номер телефона и куда он будет получать необходимые звонки. То есть и также при необходимости, когда мы уже заполнили, куда человек будет получать уведомления, мы можем сразу же автоматически заполнить действие. То есть при срабатывании конкретного алерта, какое действие необходимо выполнить. Я рекомендую для тех из вас, у кого есть подписка Azure, вот сегодня после нашей встречи перейти в раздел мониторинга и просмотреть часть действий, которые можно осуществлять для первичной автоматизации какого-либо процесса. То есть мы сохраняем правила. Это значит, точнее, перед сохранением правила нам нужно создать его, дать ему имя, как у нас будет происходить уведомление. Опять же, расположить, где он будет находиться. При необходимости указать необходимое нам описание, чтобы получать более развернутую информацию. Допустим, инженер у нас по почте получал полное описание проблематики. Добавить важность. То есть сейчас у нас важность выбрана информативной. Можно добавить важность там пятой ступени, что это суперкритичная информация. Если мы сейчас не примем какой-то дальнейший порог действий, то мы столкнемся с кучей проблем. А впоследствии, так, секунду буквально. Впоследствии мы автоматически будем рассылать все необходимые нам оповещения. И когда мы создаем это правило генерации, и мы его уже сохраняем, то мы будем получать все информирование в соответствии нашему правилу. А вот что касается действий, если мы можем предпринять какое-то действие и предварительно его задали, то есть в момент срабатывания оповещения, в момент получения нами уведомления, пользователь будет уверен, что предварительно заданное им действие сработало. И с ним можно уже с этим уведомлением ничего не делать. То есть, допустим, как показано на скриншоте, это уведомление несет сугубо информативный характер, потому что все, что нужно, уже предпринято. Но знать о том, что это событие произошло, пользователю нужно было. Например, автомасштабировать систему можно добавить, чтобы когда у нас пороговое значение перешло на 80%, мы понимаем, что у нас ресурсов остается мало, и нам нужно машину увести в ребут и добавить на нее больше мощности, чтобы пользователи могли продолжать работать, не испытывая никакой дискомфорт. На самом деле, я понимаю, что информации сейчас много, сложно слушать на протяжении часа, нужно эту информацию переварить, понять, как она работает. В некоторых моментах там я, может, некоторую смуту произнес при взаимодействии. Но вот если вы сейчас после прослушанного понимаете, что в том рассмотре базовой передачи данных и настройки базовых оповещений можно посмотреть более детально и думаете, с чего начать при взаимодействии с вашей инфраструктурой,
не знаете, где вот просто даже базово почитать, посмотреть информацию о более детальной настройке Azure монитора, потому что эта информация у нас есть, и мы готовы с ней поделиться. Ну, собственно, вопрос, куда обратиться, наверное, не особо релевантен, потому что Тимур оставил свои контакты, и мы знаем, куда теперь можно обратиться. Ну, и где взять демонстрацию, чтобы для того, чтобы посмотреть, как это все в Azure работает. Nugget, конечно, это я очень сильно преувеличил, но при взаимодействии с большой инфраструктурой действительно есть варианты предоставления демонстрационных сред. То есть есть самостоятельные учетные записи, с которыми можно поработать в демо, но самый удобный вариант – это все-таки, опять же, обратиться к Тимуру и запросить это демо, предварительно описав проблему, как работать с инфраструктурой. Антон, то прости, что... да, я чуть-чуть уточню тебя. То есть если, например, есть коллеги сейчас, которые хотят, ну, полностью сами там поковыряться, покопаться, именно в бесплатной триалке Azure, который выдает вендор, там можно с монитором как-то поработать, да? Да, там можно поработать с монитором, но как раз проблематика находится в том, что эта триалка ограничена. Mm-hmm. Вот еще раз для всех очень хочется напомнить. Триальный Azure действительно доступен на портале. Для его активации необходима валидация карты, чтобы подтвердить, что вы живой пользователь. Триалка предоставляет себе сумму в $200. Пожалуйста, когда вы заводите триальную версию, указываете свой почтовый ящик и начинаете работать с ресурсами Azure, периодически проверяйте свой почтовый ящик, потому что туда начинают сыпаться уведомления при скором окончании денежных средств на данной подписке. И если вдруг по какой-то причине вы проигнорируете данные сообщения и не захотите на них никак реагировать и продолжите использовать ресурсы, эти триальные деньги могут закончиться. И остальные ресурсы, используемые вами в данной подписке, придется оплачивать уже вам. Поэтому корпорация заботится о вас. И очень много уведомлений отправляет о том, что средства в ближайшее время подходят к концу. И если вы не хотите оказаться в патовой ситуации, когда вы завершите работу с сервисом, протестируете там пул необходимых задач, либо полностью все необходимые задачи, пожалуйста, возьмите всю ресурсную группу, с которой работали, и если она вам больше не нужна, удалите ее для того, чтобы дополнительные средства не взимались. А если вы все-таки понимаете, что часть этих ресурсов, часть данных вам действительно необходима, приходите обратно же опять же к нам для того, чтобы рассмотреть вариации миграции и перенос этого уже в коммерческую подписку, которая будет находиться на юрлице вашей организации. Ну, отдельно дополню Антона, что, естественно, если вы через какого-либо поставщика оформляете платную подписку Azure, то, естественно, нормальный поставщик вам обязательно заранее сообщает про всякие изменения. Есть возможность настройки уведомлений при превышении какой-то суммы и так далее. То есть это дополнительная, ну, не страховка, а возможность все-таки какие-то вещи отслеживать хотя бы краем глаза. Я сейчас не про инфраструктуру, скорее говорю, а именно про вопросы оплаты. Потому что чаще всего с облачными сервисами любой платформы возникает вопрос, а вот мы тут пропустили какой-то момент, и тут что-то лишнее, либо это не мы, оно само. Ну вот, чтобы так не было, естественно, желательно этим вопросом все-таки заниматься. Ну, на самом деле, корпорация смотрит постоянно в сторону оптимизации и своевременных оповещений. То есть сейчас в любом случае можно смотреть детально на использование каждого сервиса, и впоследствии, в будущем, из предварительной версии выйдет сервис подробный управления затратами, где можно будет настроить алерты на использование каждого ресурса. Сейчас про него говорить еще очень рано, но если у вас вдруг большая подписка, в ней используется огромное количество ресурсов, и вы просто боитесь, что один из пользователей может что-то с ней сделать, предварительно также можно задать параметры использования и параметры пороговых сумм, при которых также пользователь получит, по сути, сигнал телеметрии, опять же, электронное сообщение или пуш-уведомление, все, что будет для него удобно, для того, чтобы понять, какая сумма израсходовалась и стоит ли на этом принять меры. Потому что кейсы действительно перерасходов были, и были многочисленные кейсы включения случайных сервисов. Для пользователя просто не туда нажал, не так выключил. Такие моменты могут быть, потому что не все сейчас знакомы с использованием Microsoft Azure. И это, не знать все – это нормально, скажем так. Совершать ошибки – тоже нормально. Но мы сразу же просто хотим, чтобы
при взаимодействии с нами этих ошибок было как можно меньше. Окей. Ну, Антон, тогда, да, последний слайд. На всякий случай подытожу. Вдруг кто-то не застал то, о чем мы рассказывали. Сегодня мы говорили про сервис мониторинга Asia Monitor. Естественно, мы не рассчитывали, что вы за один вебинар узнаете об этом сервисе все, и главное, поймете, что он идеально вам подходит или нет. Мое любимое выражение, что ни в коем случае не надо верить на слово даже вот таким крутым специалистам, как я и Антон. Естественно, нужно данный сервис посмотреть, потестить, пощупать, проверить. И в идеальной схеме то, о чем говорил Антон, применить его именно к своей организации, к своей инфраструктуре. Потому что, ну, инфраструктуры вроде бы похожи все по задачам, но на самом деле есть много нюансов, которые предполагают, что идеальное, кажется, решение, оно вам не подходит вообще. Такое тоже бывает. Это касается не только Azure, это любого IT-решения, которое, как вы знаете, ну, часто делается под усредненный запрос, скажем так, аудитории. Поэтому, если вас заинтересовало, приходите к нам. Есть вопросы, просто посмотреть, почитать, изучить вопрос самостоятельно, это окей. Если не знаете, где искать, приходите. Если вы уже нацелены на то, чтобы у нас есть такая задача, и мы хотим проверить ее там, на такой-то инфраструктуре, приходите, мы обсудим, там, насколько мы готовы там, песочницу для вас условно собрать, чтобы вы могли ее протестить в течение там, месяца-двух и так далее. Ну и, в принципе, любые сервисы Azure, потому что сегодня мы коснулись, ну, там, не вершины айсберга, а скорее там его кончика. Один из сервисов. В Azure есть много других сервисов. Если они у вас вызывают интерес, то, естественно, тоже приходите. Мы обсудим, поможем, расскажем, покажем. Если нужно, прямо вот критично для каких-то сложных сценариев мы можем привлечь и производителя вендора, то есть архитекторов Microsoft, для того, чтобы вы заранее продумали все эти вещи, которые вас волнуют. Ну и, соответственно, единый адрес, куда вы можете писать, и вам точно ответят, и дальше можно перейти там в созвоны, в переписку, не знаю, в общение какое-то, info@sysoft.ru. Обязательно пишите, ну, будем ждать ваших вопросов. На сим, наверное, все. Большое спасибо всем за вопросы, за участие. Ну, как обычно, запись будет доступна в течение некоторого времени на нашем YouTube-канале. Там есть отдельный плейлист по продуктам Microsoft. Можете именно на него подписаться, и, соответственно, вы можете всегда быть в курсе, когда новые записи появляются. Спасибо всем и доброго дня. Не болейте. Да, всем пока.